Добро пожаловать на наш YouTube-канал HardRest Info. В данном видео я вам расскажу, как отключиться от колонки JBL Puls 3 с помощью вашего Android-устройства. Для этого зайдемте в приложение «Настройки». Тут выберем пункт Bluetooth. И напротив названия «Ваш наушник» будет такая шестеренка. Надо нажать на данную шестеренку. И выбрать тут пункт «Отключить». Большое спасибо за просмотр данного видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал и до новых встреч!